Каля 4,5 мільярдаў рублёў выдаткавана на падрыхтоўку летніх лагераў Магілёўшчыны да аздараўляльнага сезона. Рамонтныя работы завяршаюцца ў чэрвені, першыя заезды. Плануецца, што сёлета змогуць паправіць сваё здароўе і адпачыць у лагерах 42 тысячы дзяцей. В области 17 тысяч з іх прымуць круласутачныя лагеры. Работа ідзе шпарка. У лагеры «Каласок» Магілёўскага района сёлета глобальная перабудова, а не косметичный ремонт. База отпочинку здавалася еще у 88-м годе и обновиться подстягнул час. Появились новые тенденции, новые требования, которые вот и способствовали тому, что надо было привести его реконструкцию. Это пристройка санузлов, потребовалось заменить системы канализации, системы, значит, пожарной безопасности тоже мы заменяем, потому что они не соответствуют тем требованиям. Кондиционеры, горячая вода, санвузлы с улицы переедут у корпусы. Былые пионеры навык и не марили про такий комфорт. Дарыши ён каштавал нятан на прикладно 2 миллиарды рублей, плюс еще сродки спонсоров и допомога района. Да, мои дети пока не были в этом лагере, подрастают, но наверняка будут, тем более, что мама здесь работает почти каждый год. Вот поэтому очень приятно, что есть место чудное. Благоустраиваем, красим, убираем территорию, вот, чтобы дети оздоровиться могли. Дочь моя была, ну, пока внуки еще маленькие, вот. Ну, а дочка была постоянно в этом лагере. Все лето оздоровленчая кампания будет проходить под девизом «Лето на корысть». Тому и отпочинок будет отповедать. Есть договоренность с управлением внутренних дел по организации показательных выступлений и отряда ОМОН. И проработки с Министерством по чрезвычайным ситуациям, которые будут также доступны для ребят в форме, преподносить информацию об организации безопасного поведения, безопасного проживания. На Магілёўшчыне будут працаваць 16 круглосуточных лагеров, плюс арендуюць базы 4 санаторыяў. На жаль, сёлета в области закрылся один лагерь. Это Купалинка городского района. Дети будут отпочивать на базе школы. Катерина Градницкая, Виталий Алексеенко, новини регион.